Здравствуйте, снова с вами магазин Мотовела Техника. Мы находимся в городе Клинцы Брянской области. Сегодня у нас на обзоре скутер Yamaha Jogg SA36J, четырехтактный инжекторный жидкостного охлаждения. Сделаем небольшой видеообзор, запустим двигатель, проверим электрику. Так, начнем с передней части. Голова целая, фара, поворотники, все целое. Рычаг имеет небольшой загиб с этой стороны, с этой тоже. По передней части никаких повреждений нет, есть вот такие отверстия, это для крепления корзинки, там стоят закладные. По передней покрышке протектор хороший, порепанности нету. По правой стороне, ну, есть такие вот мелкие царапины, не без этого. Сиденье оригинальное у нас, без порывов, трещин. Накладка глушителя целая. Задняя покрышка также хорошая, походит еще не один сезон, хвост не обрезан, сзади вся оптика целая. Так, по левой стороне, значит, диск вот здесь хотел показать, вот такая точная коррозия на нем присутствует, может быть, уберется антиржавчиной какой-нибудь. Ну, особых таких нареканий нет, ключ один. Попробуем запустить. Запустим слегка. Так, свет, ближний, дальний. Сигнал, поворот левый, поворот правый. Оригинальное зеркало, аккумулятор новый. Данный скутер можно купить как за наличный расчет, также оформить покупку онлайн, дистанционно можно ее оформить. У нас есть отправка транспортными компаниями, собственным транспортом, можем подыскать попутный автомобиль при необходимости. Сами изготавливаем обрешетку, чтобы скутер доехал к вам в том виде, в котором мы отправили. Если остались какие-то вопросы, номер телефона указан, пишите, звоните, постараемся помочь. Спасибо за внимание.